Всем привет! Хочу предложить вашему вниманию нежный, мягкий, ароматный шоколадный торт на раз, два, три. В нем изумительное сочетание, простота приготовления. Итак, давайте готовить вместе. Яйца взбиваем с сахаром примерно 5 минут. Затем выливаем молоко. Хочу сказать, что все ингредиенты должны быть холодными. Добавляю щепотки соли. Все хорошо взбиваем и выливаем растительное масло. Просеете муку и какао. Все граммы подробно оставлю в описании. Венчиком вмешиваем тесто, делаю это недолго, а главное достичь до однородности. И только в конце добавляйте разрыхлитель, одну пачку. Чашу мультиварки смазываю растительным маслом, выливаем тесто, равномерно распределяем, поставьте на 1 час, режим выпечка. Готовность проверяйте зубочисткой, а для прослойки подойдет любой любимый крем. Можно просто полить глазурью. Я растопила шоколад молочный в микроволновке. Насыщенный шоколадный вкус и свет, а также отличная пористая структура. Кроме того, он очень послушный, хорошо разрезается на нужное количество слоев, а еще он огромный, ароматный и воздушный, не требует пропитки. В общем, говорить можно много и долго, но лучше один раз попробовать. Надеюсь, после этого он станет и вашим любимым шоколадным тортом. Друзья, если рецепт вам понравился, ставьте пальцы вверх, комментируйте и подписывайтесь. Всем приятного отдыха, а пока, всем пока!